Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске мы рассмотрим антипик и антигероев Сларка. Ну что сказать про Сларка? В первую очередь у него невероятная мобильность. Есть первый скилл, который позволяет нам сбрасывать негативные эффекты. Есть прыжок, инвиз. Также очень часто собирает Сларку еще и Shadow Blade. Ну, невероятная мобильность, один из самых мобильных героев. Уничтожая шторма и так далее. Ну, приступим. Для начала, Бутсикер. Самое главное его преимущество — это пассивная способность. Мы сможем видеть Сларка в любой части карты, когда у него будет мало ХП. И при этом Сларк не будет регениться. Вот поэтому Бутсикер хорошо контрит Сларка из-за своей пассивки. Также Сларк не может сбрасывать ультимейт Бутсикера. Поэтому кидаем ультимейт. Когда у Сларка будет мало ХП, мы будем видеть, куда он убегает. Догоняем. И разрываем на куски его. Так, далее. Кого же показать вам далее? Ну, Дум — это самый универсальный герой. Опять же, преимущество Сларка в его способностях. Правильно? То есть, это не просто герой, который идет и бьет с руки так тупо. Нет. Здесь самое главное его способности. Когда Дум собирает Аганим, он блокирует способности Сларка и предметы тоже. То есть он делает из Сларка просто нуля. А Сларк без своей мобильности, он ничто. Само собой, Сларк не может сбросить ультимейт Дума первым скиллом. То есть делаем первый скилл, ультует Дум. Скилл не сбрасывается, вы видите. То есть ульта остается. Все, видите, Сларк ничего еще не может сделать, ничего. То есть мобильность его равняется нулю. Спокойно его убиваем. Идем далее. Теперь земляная панда. Преимущество земляной панды, у него есть сало, полезная вещь. Очень полезная вещь, я слышал. И мы можем догонять Сларка. То есть Сларк может прыгать, мы можем катиться и догонять его всегда. Например, кинули сало, и там уже догнали и убиваем. То есть Air Spirit в первую очередь контрит Сларка тоже своей мобильностью, что он может его везде догнать. Так, еще раз. Опа. И убиваем. Там ультуем, ставим больше камней. И все, а Сларка ничего не остается. Далее у нас идет Разор. Довольно сильный герой, но главное, чтобы были прямые руки. Допустим, такая ситуация. Сларк нафармился, там уже леет, да, и он там уже очень сильный. Здесь зарешает Разор своей перекачкой. То есть Разор делает перекачку. Сларк не может от нее избавиться с помощью первого скилла. Она не сбрасывается. Перекачивает атаку и убивает его. Опс. Опс. И опс. В итоге Сларку очень больно. Сделаем еще раз. Сларк может, в принципе, уйти с помощью прыжка, как вариант. Так, сейчас сделаем еще раз. Ну, это понятно, да, если он будет далеко уходить, он разорвет связь. Но в любом случае, Разор тоже не тупой, он просто будет бегать за Сларком, и там у него высасывать атаку. А Сларк без атаки просто ноль. Все, я думаю, теперь вам не составит труда законтрить Сларка. Еще раз говорю, очень хорошо идет Бутсикер и Дум, в первую очередь, а потом уже Земляная Панда и Разор. Пишите в комментариях имя героя, на которого вы хотите увидеть антипик в следующем выпуске. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.